второй этап российской серии кольцевых гонок прошел в Нижнем Новгороде. Пилот программы SMP Racing Кирилл Ладыгин, выступающий в классе Touring, показал в квалификации четвертый результат, уступив всего 0,7 секунды лидеру Климу Гаврилову. В субботней гонке Кирилл смог отыграть одну позицию и финишировал на третьем месте. Победителем класса стал Клим Гаврилов, серебряным призером Иван Лукашевич. Воскресная гонка класса Touring не обошлась без инцидента, из-за которого Кирилл отстал от лидера на круг, но все же продолжил гонку. Первым же стал Алексей Дудукало на Audi RS3. Серебряный кубок получил Дмитрий Брагин на Hyundai i30N, а бронза досталась Льву Толкачеву на Cupra TCR. В этот же уикенд на Нижегородском кольце состоялся и второй этап молодежной серии «Формула-4», где одну из гонок впервые в своей карьере выиграл пилот SMP Racing Алексей Несов. Первую субботнюю гонку Алексей закончил третьим. В воскресном заезде он начинал с 7-й позиции. На старте ему удалось опередить 3 соперников, но вскоре произошло столкновение между пилотами, в результате которого сошел с дистанции другой участник молодежной программы SMP Racing Павел Буланцев, а на трассу выехала машина безопасности. После рестарта гонки Алексей отыграл сразу 3 позиции и вышел в лидеры. До финиша Несов сохранил 2-секундный отрыв от соперников и успешно контролировал расход шин. Еще одна воспитанница SMP Racing Ирина Сидоркова финишировала во второй гонке на 6-м месте. В общей сложности гоночные выходные на Нижегородском кольце посетили более 10 тысяч человек. Третий совместный этап SMP RSKG и Формулы 4 состоится 22 и 23 июня на автодроме «Смоленское кольцо».